Всем привет, дорогие зрители! Нашел очень хорошую квартирку 2 плюс 1 трехкомнатную в районе Оба-Гёль. Это Оба, но Оба-Гёль это близко к морю означает, да? Так, дизайнерская квартира. Также здесь есть 1 плюс 1. Я сегодня вам покажу в одном проекте две квартиры под ключ дизайнерских. Одна стоит 129 тысяч евро. Это стоит 168 тысяч 500 евро. Никакого торга. Звоните по номеру плюс 90 555 064 9110. Проект мне понравился. Расстояние отсюда до моря 450 метров. 453 метров максимум. Цены сразу огласил. Вот вам просторная гостиная, совмещенная с кухней. Здесь 36-40 квадратных метров. Эска у нас электрическая плита, можете поменять. Бытовую технику нужно поменять, как я думаю. Индезит холодильник старенький. Вот. Так, мраморный пол. Как вы видите. Ухо принесут обратно. Так. Выходим на балкон. Этот район пока что подходит под ВНЖ. Пока 20% или 25% не заполнено. Сторона здесь юго-восточное море в той стороне. Да. Огромный балкон. Интернациональный проект. Бассейн. И ухоженная территория. Айда 250 лет. Увидели фасад здания. Вот здесь дорога D400, которая идет в сторону торгового центра Аланиум. Очень хорошая прихожая. Спальня, дорогие зрители, сколько здесь квадратных метров? Я вам сейчас и скажу, и покажу. Так, так. Первая спальня. 18,600. Почти как гостиная. О, второй балкон также есть. Вот. Так что второй балкон. Полезная площадь здесь как минимум 100 квадратных метров. Сразу скажу, вместе с балконами. Потому что спальня большая. Еще раз покажу. Так. Санузел огромный. Кажется, здесь один санузел. Второго санузла я не видел. Огромный санузел. Накопительная система фирмы Demir Döküm. И вторая спальня. Здесь 12 квадратных метров. Тоже мраморный пол. В будущем можете сделать ламинат 10 мм. Если увидите, что холодно дома, на всякий. Зимой надо пожить. А так мрамор вообще кайф. Все, дорогие зрители, сейчас я спускаюсь вниз, снимаю другую квартирку 1 плюс 1. Смотрим до конца, ставим лайки, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. А также, вот дверцы у нас такое. А также, что делаем? Переходим в телеграм-канал, также подписываемся на этот канал, который у нас
написан в описании. Вызовем лифт. Покажу я вам лифт. 4 квартиры на этаже. Проекту 14-15 лет. Вместимость 4 человека, лифтик. Вот этаж средний. Это не крайний этаж. Вышел я вниз. Здесь маленький пандус. Вот, пройдемся по садику. Место для лилисопедов. Другая квартира находится в другом блоке. Можно вот так застеклить балкон. Кстати, есть хорошая фирма, которая стеклит балкон, БКС. Фирма какая-то, Тагин Бей его зовут, Тагин. У него с магнитиками, даже вот этих профилей не видно. Квадратный метр по 2000 лир вроде делает. Можете пробить в карте Google, кого интересует, чтобы застеклить балкон. Найти ему придет, сам отмерит и выведет вам смету. Вот. Дорогие зрители, на первом этаже 1+1 под ключ. Хорошая прихожая. Так. Санузел большой. Спальня. Просторная, не маленькая, для 1+1. Угу, неплохо. Балкончик. Первый высокий этаж. Над землей. Внизу есть кладовка, как вы видите. Так что не на земле квартира. Сторона восточная. Да, восточная. Думал север. Нет, восток. Так. Тут как минимум 14-15 квадратных метров. Или 16. Сейчас я вам отмерю. Пятнадцать, скажем. Спальня 15. Ого, гостиная тоже. Привет. Воу. Люди добрые. Квартира большая, как 1+1, но большая. Почти отдельная кухня. Второй балкон. 129 000 евро. Звоните уже. Хороший дизайн такой цветной. Посмотрим, есть ли. Доводчиков нету. И что? Доводчики придется менять. Плита газовая. Холодильник БЭКа старенький. Здесь у нас стиральная машинка БЭКа. Красота. Район Обагюль. Здесь недалеко есть речка Оба. Так что 300 метров, что ли, пешей ходьбы. Там также парки есть. Рядом есть еще один большой парк. Очень красивая квартирка. Дизайнерская. Второй балкон. Можете застеклить. Будет вам еще одна комнатка. Во, я думал, это соседняя квартира. Смотрите. Застеклили, еще одна комнатка. Большой балкон. Здесь полезная площадь в этой квартире 65 квадратных метров вместе с балконом, как минимум. Может быть даже 70. Полезная 70.
добротный проект. Так, я для фона возьму. Пишите, звоните. Хорошие два варианта. Кто ищет 2 плюс 1? Кто ищет 1 плюс 1? Одну купите. Всем пока-пока.